Добрый день, меня зовут Василий Сухомлинов. Сегодня мы с вами находимся на выставке All Over IP 2016, стенд компании DSSL, программное обеспечение трассер. Новинка очередная – это распознавание лиц. Трассер научился не просто выделять лица из потока, а также сопровождать их, но и распознавать. Теперь вы можете производить поиск по базе лиц. Это 10, 100, 1000, например, это может быть список мошенников, черный список. Также возможно поиск лица в архиве по фотографии. И в планах добавить верификацию по СКУ. То есть, когда заходит человек, прикладывает карточку к турникету, мы будем верифицировать, действительно ли этот человек соответствует тому, что у нас занесен в базе. Спасибо за внимание. До скорых встреч.